Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас монета 1 лек Республики Албания. Монетка изготовлена из бронзы. Вес ее 3 грамма, диаметр 18 миллиметров. Гурт гладкий, толщина 1,5 миллиметра. Видим номинал, название валюты, ну и веночек. С обратной стороны мы видим название страны — Республика Албания. Но название на албанском языке. Само название, как она у них произносится. Год 1996. На монетке изображен кудрявый пеликан. Пеликан относится семейству пеликановых, отряд веслоногие. Довольно крупные птицы. Из пеликанов самые крупные. Длина тела 1,82 м. Размах крыльев свыше 3 метров. Клюв большой, 50 сантиметров приблизительно. Вес от 9 до 14 килограмм. На земле он неустойчив, но зато в воздухе очень активен. Крик у него может быть разнообразный. И шипеть, и хрюкать, и кричать. Но это редко, вообще-то он молчалив. Зимует пеликан в прибрежных районах Средиземного моря, на юге Каспийского моря, в Персидском заливе, в Пакистане и Северной Индии. В полете пеликан голову прижимает к спине. Питается мелкой рыбешкой. Основная его пища. Много легенд о нем ходит, как будто бы он отдает сердце свое людям, но не более чем легенд. У него под клювом большой так называемый горловой мешок. Когда при захвате рыбы, ну, она остается сначала в мешке, а потом проталкивается к желудку. Свое название кудрявый он получил из-за того, что на голове у него красивые кудрявые перышки. Такая вот птичка. Красавчик. Крупный. Вот самый крупный из пеликанов. Их не так много в семействе. Следующий за ним идет розовый пеликан. Вот такая монетка. Оцените ее. Всего вам доброго, друзья. И удачи.